Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Ростов-Рубин». Встречаются 8-я и 7-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют нет и 8 раз на тотал меньше. Рубин не побеждал Ростов в последних 6 очных матчах. Последние 2 очные игры в Ростове прошли на обе забьют да. Последние 2 текущие очные игры прошли на обе забьют нет. В минувшем туре Ростов проиграл Спартаку 2-3. Обе команды скверно отыграли в защите, допускали много ошибок, отсюда и счет хоккейный. Гости атаковали острее, особенно в концовке матча, когда Ростов большими силами пошел добывать ничью, но и 5 голов хватило с головой для такой игры. Рубин обыграл Сочи 1-0. Гости создали с пяток опасных моментов у ворот Рубина, но ни один из них не реализовали. А Кварацхелия в середине второго тайма разок плюнул по воротам Сочи с полудальней дистанции и попал. И в итоге не совсем логичная победа Рубина. Очный матч первого круга выиграл Ростов 2-0. Ростов неважно отыграл в защите против Спартака предыдущий матч. Рубину в какой-то мере повезло в Сочи, хотя в той игре точно не наиграли на победу. В последние годы Ростов хорошо играет против Рубина. Ростов выдал 2 очень результативных матча, на тотал больше 3,5. Лишь однажды в этом сезоне команда Карпина выдавала подобное. После 2 таких матчей Ростов выиграл у Ахмата 3-0 ранее. Рубин минимальная победа над Сочи прервал свою 3-матчевую результативную серию. Поэтому здесь скорее стоит ждать низовой матч. Рубин не пропускал в последних 4 выездах, 3 из которых выиграл. Ростов без побед в последних 4 домашних матчах. Тут должна быть как минимум ничья, причем скорее 1-1, чем 0-0. Если выбирать победителя, то у Ростова шансов больше. Но если выбирать между 3 исходами, то ничья стоит на первом месте. Из связки ставок тотал меньше обе забьют да ничья, самый высокий коэффициент стоит на ничью 3.30. На обе забьют да 1.99, на тотал меньше 1.64. Конечно же, самой ожидаемой ставкой идет вариант тотал меньше 2.5 за 1.64. Однако и вариант с обе забьют да за 1.99 выглядит вполне реальным. Рубин давно не пропускал на выездах, поэтому, скорее всего, Ростов здесь забьет. Вот весь вопрос в том, забьет ли Рубин. Против ничьей говорит тот факт, что и Рубин, и Ростов мало играют ничьих в этом сезоне, всего по 4 с каждой стороны. При этом у Рубина всего 1 выездная ничья, у Ростова 2 домашние. Зато в очных матчах соперники очень любят ничейные матчи. 4 из последних 10 очных матчей были ничейными. Поэтому здесь, наверное, можно согласиться и взять за основу счет 1-1. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.